Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. В Чечні розстріляли КАМАЗ росгвардійців. Путін після саміту БРІКС сказав, що була таємна пропозиція від України на Генасамблеї ООН, але його надулі обманули опять. Розповів, що навіть зляться за воєнкори, що 2000 начебто ЗСУ оточені в Курській області. І не тільки сьогодні, 25 жовтня. Відразу попрошу вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати і підписатися. Пане Романе, от власне в Чечні цілий КАМАЗ росгвардійців розстріляли. Як це можна оцінювати? Мы с вами уже несколько лет говорим о том, что в России назревает и, в принципе, по некоторым позициям уже идет освободительная борьба. Она начнется такая, серьезные потрясения начнутся с Северного Кавказа. Как раз это Ичкерия, это Ингушетия, это Дагестан. Это те государства, уже можно так их называть, у которых сложилось определенное управление, внутреннее, там оно свое, иногда клановое, но тем не менее оно сложилось, есть освободительные армии и внутри республик, и снаружи, за пределами Российской Федерации. То есть этот процесс, он уже идет не один год. Так сложилось, что части этих военнослужащих, уже можно сказать, этих армий освободительных, они воюют сейчас на нашей территории против россиян еще с 2014 года. То есть особенно Ичкерия, чеченцы воюют уже несколько десятков лет с россиянами, потому на разных площадках, одна из них наша в том числе. И эти люди, они, естественно, знают, что происходит на Северном Кавказе, и как раз мы иногда черпаем от них, от наших братьев, черпаем от них информацию. Потому мы проговариваем уже несколько лет о том, что этот процесс в России, развала Российской империи, он уже запущен. Он закончится может только после полного развала и создания этих государств, национальных кластеров, там, в зависимости от, может быть, вероисповедания, может быть, национальные, это уже не важно. Но этот процесс вот идет, иногда он принимает довольно-таки радикальные формы, когда идет уничтожение российских оккупантов. А российские солдаты на территории Чечни – это оккупанты. И на территории Ичкерии, Ингушетии, Дагестана, Татарстана, и Якутии, и Бурятии. Это все оккупанты. Если они себя подсвечивают и организуют как именно российская армия. Потому они подлежат уничтожению. Вот то, что мы сейчас видим, не всегда это попадает в информационный поток. А вот тогда, когда реальные такие серьезные акции проходят, тогда это, естественно, не получается скрыть. Начиная от поджогов, вот мы вчера проговаривали, начиная от поджогов Единой России офисов и заканчивая уже непосредственно уничтожением российских оккупантов на территории этих республик. Пане Романе, от саміт БРІКС в Казані, і Путін там почав розповідати про те, що начебто на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні делегація Росії отримала якусь пропозицію через Туреччину таємною від України щодо Чорноморського коридору, але, каже Путін, що потім вони почули про план перемоги Зеленського, ну, як завжди, він каже, що обманули надулі. Его все обманывают со всех сторон. Если бы он вел себя по-человечески, может быть, никто бы не обманывал. А так по-другому с такого рода деятелями общаться ж никто не может. А для него, естественно, любое движение не по его плану, это получается обман как таковой. Хотя здесь, конечно, есть вопросы и к нашему политическому руководству. Они их болтают, как навоз в проруби. Мы же это видим прекрасно за последний уже шестой год. Вот это болтание от посмотреть в глаза, перестарать стрелять до сдачи Крыма и Донбасса в 22-м году. Вот сейчас эти предложения мирные, формулы мира, которые перерастают в планы победы. Ну, этого нельзя допускать. Дело не в том, что там Путин как на это реагирует. Украинское общество это неправильно воспринимает. Партнеры наши не понимают, куда несет наше политическое руководство. Обозначили цель.
называется, вижу цель, не вижу препятствий. Оно в таком режиме надо работать. И тогда народ подтянется, и тогда народ пойдет в армию выполнять боевые задачи, и тогда наши партнеры, понимая определенную перспективу, куда движется Украина и украинское военно-политическое руководство вместе с украинским народом и армией, будут помогать. А когда болтает во все стороны, а тем более, как только такое болтание может навредить Украине, его тут же подсвечивают в информационном потоке, вот то, что сейчас Путин делает. Ну, то есть он берет некоторые проблемы, это же ФСБшник, КГБ. Зачем придумывать проблему, враг сам может ее придумать, главное ее правильно подсветить и в правильном цвете. Нельзя давать противнику такой механизм противодействия против самих себя. Это вопрос к нашим так называемым политикам, которые, скорее всего, пособирали по помойкам, уже как-то проговаривали. Олигархи сделали из них политиков, а теперь они просто не знают, а еще и молодые, не хватает определенной мудрости, не видели динамики развития отношений государства как такового. Вот она была прожить в этом государстве больше 30 лет, и понять, только провести эту жизнь уже в понимании, так сказать. То есть это же, но нужен определенный возраст для этого, чтобы всю динамику процессов, которые происходили еще до образования Украины как независимого государства, во время этого всего движения. Когда не понимаешь динамики, то, естественно, вот потому и болтает, как навоз. Проблема большая у нас с руководством. Его уже давно менять пора, особенно исполнительную власть. Пересидели, реально пересидели. Во-первых, не на своих местах, не профпригодные люди, то есть никакого отношения не имеющие к тем областям, которыми они руководят. А во-вторых, уже время, они уже просто всем надоели. За шестой год это переваливает все физиологические, даже физиологические человеческие ресурсы. Пане Романе, ну і також Путін на цьому саміті БРІКС заявив кричуще, що його просто почали розносити самі його ж пабліки, мається на увазі Z-воєнкори і Z-пропагандисти, тому що він сказав, що начебто на Курському напрямку 2000 Збройних сил України особового складу знаходяться в якомусь котлі. Ну і відповідно там кожного дня детонують їхні коробки, чергово в нас є від їхнього військового окупанта, як Сили оборони України детонували черговий танк і гаубицю, а він розповідає про 2000 в оточенні. Ну, і йому кажуть, що якщо ви і брешете, то хоч якось приземленіше брешіть, а не отак от виривайте і вигадуйте. Это он просто нули не посчитал. Ну, старый человек, надо ему, так сказать, его простить за это. Может, ему там нарисовали там 2 или 20, он 2 нуля не дорисовал. Получилось у него 2000. Главное, чтобы там еще несколько нулей, чтобы 200 тысяч не было. Ну, это сарказм, конечно, но надо понимать эти процессы. Это как раз вот те моменты, когда используются первые лица государства для создания определенной информационно-психологической спецоперации. Это значит большие проблемы. То есть, когда используются первые лица для ЦИПСО, вернее, ЦИПСО использует первые лица, это значит серьезнейшие проблемы. Они не знают, что с ними делать, потому пытаются уже из первых уст, так сказать, залить эту информацию как на 100% правдивую. Нормальные там на данный момент на Курщине сейчас там нормальные условия выполнения боевых задач. Наоборот, наши войска, которые находятся на севере, то есть на пике этого копья, которое сейчас вошло, ну, мягко так сказать, в одно место России, они начинают продвижение. То есть и в районе Коренева есть положительная динамика. То есть у нас есть снабжение, управление, достаточное количество сил. Туда перенаправлены еще резервы с этого направления, которые мы можем использовать именно с севера. Их нельзя там снять с юга или с севера на юг перебросить, потому что это войска, которые удерживают Северный фронт. И они туда сейчас перенаправлены. Вопрос этот купируется. Большая проблема именно у россиян. Почему? Потому что первый удар мы выдержали, а россияне практически заползли в ловушку. Мы их начинаем разматывать с севера и юга. То есть это фланговые удары, которые приведут, в конце концов, к отсечению именно российской головной колонны. И мы в ближайшее время будем еще слышать как раз о российских, ну не двух тысячах, но нескольких десятках, а может быть и сотнях пленных, которые тут же пойдут на обмен, потому что там часть
пленных, которые россияне в первую очередь обменивают, потому обменный фонд в ближайшее время увеличится, плюс мы получим наших ребят, которые уже третій год томяться в російських застінках. До речі, в цьому дуже і дуже можуть помогти, пане Романе, наші партнери. Це Південна Корея. Тому що президент їхньої країни сказав наступне. Якщо стане вже очевидним факт появи військ Північної Кореї в Україні, вони розглядають можливість прямого продажу зброї, озброєння Україні. Раніше вони ж передавали через треті країни, тому що вони відмовлялися напряму продавати, а зараз можуть вирішити саме продавати. І це дуже важливо, тому що, пане Романе, от Defense Express каже наступне, що насправді в Південної Кореї є сотні тисяч 155-го калібру і 3,5 мільйони 105-го калібру. Вони кажуть, що вони фактично є зайвими для них, тому що установки для використання 105-го калібру в них є буквально кілька, а Україні передали понад сотню відповідних установок, які можуть працювати цим калібром. Так і є. Це калібр, в принципі, вже устарівший, то є 105-й. В основному працює 155-м. Весь парк САУ і любої пушки, по большому счету, вони зараз вже підтягнуті іменно к этому 155-му калібру. Определенные таблицы порохов, то есть, ну, и стрельбы и так далее и тому подобное, все уже подтянуто. А вот 105-й калибр, и не только в Южной Корее, в Соединенных Штатах, в Европе, его еще очень много. Этот калибр, который мы можем использовать, и неплохо, кстати, себя показал. Те же французские танки, помните, колесные танки, которые нам передавали, они используют именно 105-й калибр. Да, это с прошлого тысячелетия калибр, но он выполняет свою боевую задачу. Дальность 7-8 километров достаточно для того, чтобы работать по российской пехоте. И это очень важно, особенно сейчас, когда россияне используют пехоту как основную движущую силу в наступательных операциях. Потому передача, во-первых, 105-го калибра, прямая передача. Ну, естественно, поставки техники под 105-го калибра тоже нам бы сейчас помогли, так как есть большая недостача 82-го, 120-го калибра для минометов. То есть с минами мы так вопросы не порешали. Укроборонпром, Министерство обороны Украины, непонятно куда смотрит, а недостаток как раз именно такой противопехотный, можно сказать. Компоненты, он дает возможность России нам продвигаться и выдавливать нас с занимаемых рубежей. Потом один из вариантов, конечно, 105-й. То есть это поможет, это не решит проблему, ну, по крайней мере, поможет. Друзі, продовжуємо збір авто для мінометників. Ви прекрасно знаєте, наскільки автівки – це є розхідний матеріал і наскільки вони рятують життя нашим оборонцям. Тому що це є мобільність, пересування, зміна позиції. А ви знаєте, як працюють мінометники. Приїхали, відпрацювали, змінили свою локацію. Тому давайте доб'ємо цей збір, аби наші оборонці мали змогу забезпечити собі нормальний відхід. Пане Романе, і про авіацію. Тимчасово повірений посол в Україні, Польщі Пьотр Лукасевич сказав, що умови назвав передачі Україні Міг-29, яких в них є орієнтовно два десятки, ми про них колись згадували. Він каже, що їх нададуть лише в той момент, коли сама Польща отримує заміну цієї авіації. Ну, не секрет, нагадаємо нашим глядачам, що все, що нам передають наші партнери, вони натомість отримують новіше, вони не просто так передають. І така сама ситуація з тими мігами. Як ви вважаєте, чи можна розраховувати найближчим часом на десяток, двадцяток мігів і 29-х, і наскільки це буде посилення нашого неба? Там интересная, кстати, ситуация сейчас в Польше. Это завязано на южнокорейские, кстати, поставки. То есть не F-35 основная, не то что завязка на передачу нам МиГ-29. Поляки у Польши закупили Т-50, они еще называются ФА-50. Это самолеты уровня F-16, примерно такие же, как КФ-16. Корея сама производит F-16 под логотипом КФ-16. То есть практически такой же самый самолет, несет тоже вооружение и напичкан аппаратурой, даже лучшей, потому что южнокорейцы иногда закупают лучшую аппаратуру. То есть там и авионика до уровня... Стартовали они с блока 50, сразу блок 50 – это F-16, они сразу на базе его сделали. А сейчас они довели авионику уже до блок 70. То есть вот такие КФ-16 корейские, они и нам бы помогли. Так вот, на базе еще этого самолета они создали самолет, это Samsung, на базе самсунговского самолета они создали самолет FA-50 или Т-50, там под разные
аббревиатурой он идет. И вот поляки закупили уже, получили уже первую эскадрилью, 12 самолетов Т-50. А это такой же, в принципе, примерно такой же, как и F-16. А уж точно лучше МиГ-29. Вот они сейчас Т-50 будут выдавливать в нашу сторону, имеется в виду, МиГ-29, а Т-50 будут ставить на замену. Потому там на 48 самолетов заключен договор, в районе 3 миллиардов долларов они заплатили. Самолет примерно стоит 50-60 миллионов. И вот они это получают. Сейчас первая, еще раз повторюсь, эскадрилья зашла. Дальнейшее идет модифицированные уже эти Т-50. И как только они зайдут, я думаю, мы получим всю эскадрилью МиГ-29. Или даже не зайдут, а только будет понимание процессов, когда они будут заходить, мы МиГ-29 получим. А это модернизированные самолеты, там хорошая авионика, там уже введены некоторые системы передачи, та же Линк-16, то есть передачи данных, и летчик уже более вооружен информативно, это раз, и второе. Естественно, пилоны переделаны, система управления под некоторое натовское вооружение. Практически, можно сказать, это уровень самолета того же F-16. Ну, естественно, не с полным циклом выполнения задач, но тем не менее, уже где-то подтянут к этому. Потому для нас важно получить именно эти 29. Пане Романе, і щодо серйозних заяв в Сполучених Штатах Америки, вони не є дуже заполітизовані перед виборами, тому що це каже голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер. Він завжди був таким різким і категоричним в допомозі Україні в позитивному плані. І він каже наступне, що в Білому домі повинні розглянути і зобов'язані пряму участь військову сил оборони США, якщо з'ясується, що північно-корейські війська задіяні на фронті в Україні. Это третья страна, правильно. То есть в такого рода войнах или конфликтах, как угодно кто их называет, если участвуют две страны, это один род конфликта. Если подключается третья страна непосредственно уже как участник, то это уже выходит на серьезный уровень, и по большому счету ничего не мешает другим странам включиться в конфликт, помогать той стране, против которой собралась коалиция. А это уже можно считать коалицией. То есть даже не прямое участие, это уже коалиция. Китайцы, индийцы, северокорейцы, иранцы помогают России убивать украинцев своими механизмами, там, узлами, агрегатами, либо по поставкой полностью боеприпасов. И введение уже воинских частей, линейных, регулярных войск, это уже прямая агрессия, то есть третьей страны. Естественно, мировое сообщество — это не только Соединенные Штаты, это не только НАТО. Любая страна в мире, по большому счету, может стать на нашу сторону и участвовать в этом конфликте, когда уже такая коалиционная война начинается. Поэтому вплоть до той же Южной Кореи и Японии. То есть ничего не будет мешать южнокорейским войскам присутствовать на нашем театре военных действий, выполнять даже линейные функции вдоль линии боевого соприкосновения. Путин совершил, ну, наверное, один из своих глупейших шагов, пригласив Северную Корею для ведения боевых действий. Вот это уже произошло. То есть это то, чего уже назад отмотать нельзя. Нельзя включить заднюю передачу и отъехать обратно. Все, уже этот вопрос, этот шаг уже сделан. Северокорейские части в России сейчас на линии боевого соприкосновения. Понятно, он сначала их будет использовать только в Курской области, как раз пытаясь увернуться от таких прямых ударов коалиции уже нашей, с нашей стороны. Но, тем не менее, однозначно не растекутся по всей линии боевого соприкосновения. И, в принципе, если будет принято решение в помощи Украине иноземными войсками наших партнеров, надо однозначно его принимать, и эти вопросы уже надо начинать решать и подготавливать. Пане Романе, от в нас є прекрасні кадри, як наші сили оборони працюють касетами на Покровському напрямку, нищать ворога, які намагаються динамічно пересуватися. Це от окрема президентська бригада продемонструвала ці кадри. Загалом по східному напрямку Покровському, Крахівському, от генерал, командувач Збройними силами США в Європі, його звати Крістофер Каволі, він каже наступне, що Росія зазнала шалених, потужних втрат в війні в Україні, але в них ще зберігається потенціал пробувати наступати. Пане Романе, якщо загалом говорити по східному напрямку,
Наступальні дії можна нон-стоп вважати російськими з жовтня минулого року, це вже більше року, коли вони почали заходити, намагатися заходити і нести шалені втрати, ми з вами тоді говорили, на Авдіївському напрямку. Загалом, при таких темпах і інтенсивності ведення бойових дій, як правило, цивілізовані армії працюють до 6 місяців, а тут вже понад 12 місяців росіяни намагаються наступати. Чи може це їм згодом вилізти якось боком? Тому що от останні дані на Покровському, Курахівському напрямку, вони зостратили 70 тисяч особового складу. Любые действия военные, они периодичны, то есть расписываются определенные периоды на определенное время, допустим, там период накопления или период разработки, постановки задачи, период накопления, который иногда может длиться годами, а то и десятилетиями. Россияне вот сейчас используют еще советское, накопленное в прошлом тысячелетии вооружение, то есть это вот период накопления, так называемый. Он может быть сжат, допустим, до нескольких лет, если хорошо работает и запущена или своя оборонка, либо много денег можно купить где-то на внешних рынках и накопить достаточное количество боеприпасов на складах, чтобы потом их использовать одномоментно. В основном использование идет в течение 3-6 месяцев. Вот сколько бы вы ни накопили боеприпасов, вы их используете в течение до полугода, это вот максимум. А дальше идет уже другой процесс работы с колес, так называемый, когда используется только то, что произвели, или то, что купили где-то в другом месте. Вот то, что, куда сейчас россияне вышли. Ну, мы вышли сразу, естественно, там нас хватило на 3 месяца практически наших запасов. А вот дальше идет уже периодичные некоторые процессы, которые входят в рамки сезонных определенных кампаний. То есть в нашем климате есть две кампании. Летняя военная кампания и зимняя военная кампания. Вы не сможете их разделять серьезно. То есть россияне готовились к летней военной кампании. 2024 года были поставлены определенные стратегические задачи, оперативные задачи, были накоплены достаточное количество сил, средств, живой силы, естественно, техники и боеприпасов. И, можно сказать, они практически весь этот потенциал они использовали в течение летней кампании, по большому счету, в зиму им уже выходить не с чем, то есть как в зимнюю кампанию имеется в виду. У них сейчас остатки тех резервов, которые были накоплены, они сосредотачиваются, то есть с 1500 километров фронта, они их сжали и сосредотачивают в одном практически, уже можно говорить, чуть ли не в одном месте, то есть район Покровска, а вообще это район Селидова и Курахова. Ну, Селидова, в принципе, завязана на Кураховскую операцию, почему там вот эти резервы, остатки до 70 тысяч россиян именно в эту точку сейчас брошены. Она как замковый камень удерживает фронт, левый фланг российского клинения. Потому можно уже на 100% с уверенностью говорить, что летняя кампания, военная кампания 2024 года российская, она провалена полностью, они не выполнили ни одной стратегической задачи, единственную оперативную прорвали линию фронта и в движении в сторону Покровска, и опять же даже ее толком не выполнили, что они в Покровск не зашли. Мы их остановили на расстоянии 5-7 километров от агломерации Покровской. И сейчас им придется зимовать в полях. Они почувствуют, что такое донецкая зима и донецкий чернозем, донецкая глина, особенно по этому направлению. То есть вот у нас сейчас задача их сбросить в поля, чтобы они там прозимовали. Мы за это время их размотаем. Потому за летнюю кампанию, я же говорю, российскую, можно ставить крест. Но используются в основном в этой кампании сухопутные войска российские, которые вымотаны, измотаны, и тактическая авиация. Ну, в основном части там ракетных войск, которые, в принципе, приданы сухопутным войскам. А вот то, что Каволи говорит, большая часть российского военного потенциала не используется. Ну, подводный флот же не используется. Подводная лодка в степях Украины, ну, смотрится мягко, так скажем, вроде как неудел. Хотя 155-я, 40-я бригады морской пехоты пытались притащить какое-то там подводное оборудование, когда пытались наступать в течение 2 лет на Угледар. То есть не используется морской практический флот, если считать там океанские флота, не северный, не тихоокеанский.
не используется полностью там Балтийский флот, часть они кораблей перебрасывали в свое время в Черное море. Ну, то есть можно сказать, что нетронутый. Нетронутые войска стратегического назначения, ракетные войска, РВСН так называемые, они пытались поднимать, мы же видели, что с сарматами случилось, из 7 пусков 6 взорвались на старте, а некоторые в самой шахте. То есть но потенциал о том, о чем говорит Коваль, он-то смотрит со стороны уже потенциала военного именно общепланетного российского, вот он не использован. Потому для Соединенных Штатов, для НАТО очень большая угроза осталась. То, что мы там разматываем российские сухопутные войска на своем театре военных действий, это никак не влияет на, допустим, морские или даже тот же ядерный потенциал России. То есть вот это все осталось, и натовцам надо понимать, думать, оптимальный вариант, как это все на этом всем поставить крест, это развалить Российскую империю экономически, тем более она уже изнутри начинает вспухать и начинает ее уже разрывать. Мы вот только сейчас проговаривали про действия по уничтожению российских войск на Северном Кавказе. То есть этот процесс надо брать под контроль и, я бы так сказал, даже управлять им, потому что все экономические рычаги развалить Россию, как был развален в свое время Советский Союз, они есть. И он, в принципе, Россию можно также развалить практически бескровно, как был развален Советский Союз. Над этим надо работать. Примерно в таком режиме надо видеть дальнейшее развитие вообще отношений с Россией. Не переговоры, не садиться там с ними за какие-то столы и так далее и тому подобное. Конкретно, планомерно их давить санкциями, економікою, зниженням ціни на нефть, ну і так далі, і тому подобне. От, пане Романе, ви кажете про цей тиск. Багато там диванних критиків кажуть, що це не допомагає. А от є слова глави російської корпорації, найпотужнішої, Ростех, Черізов. Там входить 800 різних наукових і виробничих підприємств. Це дуже потужна штука. Там понад 500 000 росіян працює в цьому військово-промисловому напрямку. І він каже, що більшість підприємств стануть банкрутами, тому що ставки піднімає Центробанк Росії, і вони то планують там на рік-два щось виробляти, а потім міняються ставки, і вони не будуть мати що оплатити, і просто їхні військові об'єкти, їхні підприємства, які виготовляють в напрямку військово-промислового комплексу, просто збанкрутіють. Ну, Чемізов, він воює з Набіуллиною, тобто це, в принципі, вічна боротьба між банкирами и бизнесом. Банкиры – это ж выходцы из великого народа. У них же основная задача – это процент, то есть, который они имеют с вложенных денег, не более того, больше ничем заниматься не могут. Судный процент, так называемый. Они с ним носятся 3000 лет и не знают, куда его воткнуть. И вот некоторые страны, которые прогибаются под этот судный процент, они попадают в полную кабалу. А те, которые не прогибаются, они считаются мусульманскими, индийскими или там китайскими. Ну вот примерно так. Куда этот судный процент не пускают, с одной стороны, нормальные люди, понимая, что нельзя отдавать свои банки под этот закрутку, под судный процент так называемый. Так вот, Набиуллина, вернее, этот судный процент полностью захватил российскую финансовую систему. Естественно, он начинает сейчас воевать с производителями там внутри, пытаясь выдернуть свою долю и ее лучше увеличить. Особенно, когда деваться производителям некуда. При введении боевых действий, а куда они денутся? Они будут платить 20%, нарисуют 30%, будут платить 30%. Вот чем опасен этот судный процент и вся эта хабадная клика, которая за ним стоит, в конце концов. Гнать их надо в три шеи. Ну, китайцы их к себе не пускают, индийцы не пускают. Большинство стран мусульманского мира не пускает абсолютно, потому что там деньги – это средство расчета, а не товарка, так называемый. Потому здесь проблема сейчас вот по России, особенно, потому что большая страна, она такая слишком контрастная. Естественно, начинает вываливаться в информационный поток. Но чем-то, конечно, эта борьба закончится. То есть либо эти судники-хабадники опустят свою планку, либо просто покладут российскую военную промышленность. Но этого, конечно, Путин не допустит. Я думаю, Набиуллиной
руки по самые Фаберже потрубывают, и там она уже дальше будет про обрезание рассказывать своим кураторам. А вот вопрос работы санкций как таковых, а работают санкции. Они работают просто, они в долгую, они расписаны в долгую. Это проблема наших партнеров. Они не могут, у них есть механизмы, как в принципе за один квартал, максимум за полугодие финансовое, угробить российскую экономику. А вот они этого не хотят делать, потому что пытаются еще из-под него тоже себе заработать. То есть из-под этого давления, из-под санкционного, повыхватывать дешевые энергоносители, повыхватывать дешевое сырье. Почему? Потому что россиянам деваться некуда. Они сейчас продают налево-направо все и вся практически по бросовым ценам. Этим пользуются те же китайцы, те же индийцы. И, естественно, и наши партнеры хотят попользоваться этим делом, растянув агонию России. Просто каждый день мы теряем сотни украинцев. То есть вот эта российская агония, растянутая по времени, которая набивает карманы наших партнеров, она убивает украинцев каждый день. А нас не так много, чтобы мы поддерживали вот это движение. То есть каждый день сотни человек гибнут. Мы уже потеряли не одну сотню тысяч украинцев, поддерживая этот механизм набивания карманов наших партнеров. Потому им надо тоже иногда так намекать на эти вопросы, или, может быть, даже не намекать, а делать, и не вступать вместе с ними в эти процессы, а конкретно свои интересы отстаивать. Не кланяться перед американцами, связывая руки, допустим, Буданову и Малюку, у которых санкции намного действеннее и быстрее работают. И вот связали, мы что, видим последнее, за последние полгода хоть один дрон, хоть одна ракета зашла хоть на один нефтеперерабатывающий завод российский. С весны ничего не ходит, хотя до весны отминусовали 15% углеводородки российской. Вот это санкции были конкретные. А вот после полгода ходят два генерала с опущенными головами, потому что прекрасно понимают, что мы это знаем и видим, что их просто загнали за поребрик или куда там, под плинтус. И понятно, кто загнал, политическое руководство загнало, канцелярские барыги, которые вступили в эти договоренности, договорники так называемые, связали руки нашей спецуре, нашим военным и дали возможность россиянам зарабатывать деньги. Вот где проблема. Мы ее видим прекрасно. И эти санкции работают, просто их надо усиливать. И военные в том числе, и санкции Малюка, Буданова. Надо, наконец, Малюка и с Будановым распеленать, а то с них сделали действительно Малюков. Пане Романе, скажіть, будь ласка, от Генштаб Збройних сил України обговорить концепцію створення кіберсил як окремого роду військ. Наскільки це зараз актуально, наскільки це потрібно? Уже в этом тысячелетии практически все управление и войсками, экономикой, финансами ушло в эту отрасль, в айтишную. И, естественно, кибервойска, которые могут управлять процессами передачи информации, считывать информацию, вмешиваться в информационный поток, естественно, они могут дать серьезный эффект, иногда даже больший эффект, чем на поле боя. Полностью вопрос, конечно, решить и победить страну этим родом войск не получится, но он точно должен быть. Во-первых, как наступательный род войск, то есть наносить противнику поражение, и как оборонительный прикрывать свои сети, то есть это же еще и кибербезопасность так называемая, прикрывать свои сети, свои центры принятия решений, систему управления, передачи данных и так далее и тому подобное. Потому однозначно они уже давно должны быть, они в принципе есть. Они есть как отделы и подразделения у наших спецслужб. Главное управление разведки, службы безопасности, в силах спецоперации уже есть служба внешней разведки. То есть все разведсообщество в принципе уже выполняет эти задачи, пока просто в разбросанном виде. Хотя реально, конечно, надо вводить как род войск именно в вооруженные силы Украины, чтобы он не растекался, а был именно как родом войск с определенной постановкой задачи и, естественно, докладом о выполненных мероприятиях. Пане Роман, як завжди, дякую вам за це зведення. Нашим глядачам, нагадаю, 25 жовтня на календарі обов'язково поставте свій лайк, підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.